Как завжди в цей час ваше медичне ток-шоу «Алло, лікарю». И как всегда мы отвечаем на ваши телефонные звонки просто в прямом эфире. С легкою парою. Сегодня говорим про лазни. Какие банные процедуры полезны для вашего здоровья? И у студии для вас працюють, как завжди, Євген Шевчук. И как всегда Светлана Шевчук. Сьогодні у програмі лазні, інструкція з використання, які банні процедури корисні для вашого здоров'я, чим лазні відрізняються від сауни, що можна і що категорично заборонено у лазні, як налаштувати безпечні температуру та вологість, навіщо у лазні віник, яким він має бути, що робити після банної процедури, нирнути у проруб чи випити пива. Вся правда про лазні за мить. Будьте поруч, в ефірі ваше медичне ток-шоу «Алло, лікарю». Я представляю гостей нашої сьогоднішньої програми. І це Груцький Олександр Вікторович, керівник Банно-здоровчого клубу, президент Федерації спортивного паріння України, куратор школи з виховання майстрів банно-здоровчих процедур. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. І також Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, гастроентеролог, фітотерапевт, дієтолог, реабілітолог. Вітаємо вас, пане Борисе. Добрий день. Добрий. І ми дякуємо генеральному спонсору нашої програми. Це компанія «Стерол Биофарм». «Стерол Биофарм» – українські традиції європейської якості. Як завжди, я нагадую, що протягом усього нашого прямого ефіру для вас працює наша телефонна лінія. Номер незмінний, тому, будь ласка, телефонуйте, не соромтеся. 490-11-34. Ми чекаємо на ваші запитання. Шановні експерти, у мене запитання от перше. Чи всі парові або банні процедури, вони однакові? Є сьогодні сауни у нас, куди там полюбляють ходити гламурні жінки, я не знаю. Є у нас лазні, безпосередньо традиційні лазні. От чим вони відрізняються? Александр Ильич, ну, отличаются в первую очередь температурными и паровыми режимами, вот, потому что русская баня, она под собой несет определенную температуру, определенную влажность, опять же, отделочные материалы, которые находятся в самих помещениях парных и окружающие эти помещения. Вы знаете, ну, сегодня хотелось бы поговорить о здоровье, и сейчас стало модным. Раньше мы знали о русской бане, потом пришла финская сауна, сейчас турецкий хамам, и всевозможные ледовые бани, ну, то есть их огромное количество. Вот вы занимаетесь направлением русских бань. Вот почему такой выбор? Вот лично для вас. Цікаво, це не на моді просто, чи все ж таки різниця для нашего здоровья є своєрідна? Ну, это, скорее всего, больше то, что нам ближе. Потому что как и еда, так и бани, они, в принципе, их воздействие, их температурные режимы, они всегда нога в ногу и шли вместе с окружающей средой, скажем так. От, пане Борисе, ви у нашій студії завжди говорите про, я думаю, що всі глядачі наші знають, що ви людина, яка знає все, начебто, як правильно їсти, як правильно пити. А от про бані, те, що ви любите бані, те, що ви знаєте і ходите до лазні, я думаю, що небагато наших глядачів знають. І от підкажіть з вашої точки зору, зрештою, яка лазня, який вид, напевно, що так краще для нашего здоровья и для вас особисто? Вы куда нужно ли выбирать? Ну, выбирать нужно, но, понимаете, принципиально они все похожи чем? Идет дозированное перегревание организма, в ответ на которое организм отвечает потением, пытается охладиться. Вопрос, если у него это получается, то, ну, скажем так, это кратковременная ситуация. Вопрос, как этим правильно управлять. И тут очень принципиальный момент. Понимаете, большинство людей парится на свой страх и риск. То есть, сегодня построить баню, сауну, иметь там на приусадебном участке или там где-то в доме даже, не проблема. То есть, большинство людей это могут делать. У нас раньше было там в Киеве десяток бань, в которых люди ходили и, вот как легким паром говорили, мыться. Реально, они там просто мылись. А сегодня я у каждого по двери. Этим процессом нужно управлять. И вот тут вот, честно говоря, мне очень импонирует эта баня по той простой причине. Они первые, пожалуй, подняли вопрос. Как это делать правильно? Потому что просто зайти, вспотеть и выйти, вопрос не все выходит. Борис Глебович, не все выходят вот своими ногами. И соглашусь с вами и нет. Когда мы говорили с вами о разных банях, мы забыли упомянуть один, с моей точки зрения, очень важный нюанс. Русская баня предполагает в себе это воздействие на тело не только температурой, да, ну и правда, а и веником. И веника, и пара, влага. Уже финская баня насухая. Соглашусь. Турецкий хамам, это повышенная влажность. Так вот, только в русской бане, или я, может быть, чего-то не знаю, используется веник. Александр Викторович. Инструментарий, он гораздо шире, он не ограничивается использованием одного веника. Плоскость инструмента очень широкая, просто нигде это не пропагандируется, кроме, скажем, наших клубов. Поэтому используются и деревянные изделия, и такие изделия, как деревянные ложки с длинными ручками, и глиняные горшки медовые, и веники, галики, о которых вообще никто не знает, что это такое. Но русская баня, все-таки, я прошу прощения, это... Это, веник? Да, древесный веник широкого ассортимента, то есть сколько деревьев, столько веников фактично. Все ж таки, ви кажете, що сьогодні дуже багато засобів, як і чим і де попаритися. Але як людині, яка в принципі от нічого не знає про лазні, ніколи туди не ходила, але вона думає, що це корисно, вона хоче зрештою спробувати, які обрати для себе ту чи іншу процедуру. От на що треба зважити? На вік, на стан свого здоров'я, пане Борис? Це вже іскусство. Почему? Потому что перегревание, идет потение. Но человек же не только потеет, он еще и дышит. И вот веник, он обрабатывает определенные участки тела. И банщик управляет кровообращением. То есть он согревает разные участки тела и фактически делает эту процедуру управляемой. Потому что для того, чтобы получить вот то самое очищение, которое прописано в древних источниках, нужно очень серьезно попотеть самому банщику. А эфирные масла, которые есть в листьях, которые есть в других предметах, допустим, даже того же интерьера, они влияют на органы дыхания, влияют на ту же кожу. Они изменяют фактически вот этот процесс. И тут важно управлять. Я, Скачко, я так думаю, що ви кажете про те, що треба сьогодні обирати для себе не сам вид лазні, куди сходити, а майстра, який буде вами займатися. Который вас возьмет скажем так, в хорошем состоянии, проведет по этой экстремальной достаточно процедуре и выпустит живыми и здоровыми из нее. Почему? Почему? Потому что большинство у нас считает как? Вчера перепил, вчера переел, пойду-ка в баньку почищусь. А чему вчера? Может, вы сегодня? У меня такой стан зараз, и я хочу зараз пойти с друзьями до лазни. Сегодня однозначно исключается, потому что алкоголь в крови увеличивает вязкость крови. В принципе, тепловая нагрузка делает то же самое. Два удара в одну точку может привести к тому, что сердце не выдержит. Пан Александр, вы відмовляєте таким клиентам, которые приходят до вас у лазні під шафе, як то кажуть, а ви кажете, вибачте, не можна. Структура работы наших клубов, она не позволяет наличие человека в алкогольном или послеалкогольном опьянении. Хотелось бы, знаете, больше практических советов. Александр Викторович, вот попадает человек в баню, и бытует такое мнение, что, я много раз видел, когда после того, как люди уже опарились, отпарились, только в конце это идут в душ и моются. Как правильно? С другой стороны, правильно было бы, чтобы эта процедура была в начале. Вот с медицинской, в вашем клубе, как правильно это делают? Душ принимает участие с первого шага попадания человека после раздевалки перед заходом в парную, просто ограничивается использование моющих средств. Да? И душ, как инструмент, он сопровождает человека после каждого посещения парной. Потому что удалить те вышедшие из организма вредные вещества, через 4-3 минуты у вас начнется обратная реакция и попадание этих веществ опять же через потовые протоки вовнутрь. Поэтому надо их смыть, да и все. Это глубокая ошибка, когда человек плюс душ, он сам по себе является, баня это агрессивная среда. Попадая из температурного режима минус 20 градусов в температурный режим 60 градусов, плюс человек попадает в шоковое состояние. Так. Поэтому надо его к этому процессу подготовить. Теплый душ является подготовительным процессом для посещения паровой пары. Дякую. Давайте еще раз нагадаю всем нашим м'ячам про телефонну лінію. Нагадаю, що вона працює протягом усього нашого прямого ефіру. Номер, він, звичайно, незмінний. 490 11 34. І ваше перше запитання. Алло. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Скажіть, будь ласка, як захиститися від комп'ютерної втоми? Баня знімає нагрузку чи ні? Я перепрошую, від чого? Усталость від комп'ютера. Комп'ютерна нагрузка, робота на комп'ютері. Спасибо. Робота за комп'ютером. Дякуємо. Баня, я считаю этот вопрос. Я бы не советовал в состоянии усталости от любой причины идти восстанавливаться в баню. Что такое усталость? Это уже густая кровь. Баня не восстанавливает? Баня в данном случае, она изменит один вид, она выведет эти токсины. Но она увеличит вязкость крови по-другому, она продлит эту вязкость крови. Человек должен идти в баню хорошо отдохнувшим. Человек должен идти... Есть перечень показаний и противопоказаний, при которых человек... Когда мы говорим о том, что правильно было бы ходить в баню утром, после того, когда ты выспался, не вечером, да? Дня вечера, да. Когда ты втомленный. Не факт, но перед баней нужно отдохнуть. Если человек пришел уставшим, он может перед тем, как зайти в парную, скажем так, принять душ, посидеть, попить чаек. Он должен отдохнуть, расслабиться. Если он восстановился, он имеет право дальше пойти в баню. В принципе, до входа в баню хорошо бы померить давление. Если цифры ниже тех цифр, которые человеку привычны, там, скажем, женщина, у нее обычно там 110 там, на 70 на 80, зашла в баню там 90 на 60. Сосуди розширені. Зробимо невеличку паузу, дивимося наш перший сюжет і за мить знову будуть у студії. Будемо продовжувати відповідати на ваші запитання 490 11 34. Гіпертермія – стан, при якому температура тіла людини перевищує 37 градусів. Виникає, коли утворене в організмі тепло не встигає виходити за його межі, що призводить до перегрівання тіла. Причини. Температура зовнішнього середовища тривалий час перевищує 37 градусів. Рясне потовиділення, розширення судин шкіри. Симптоми – сильне серцебиття, ускладнене прискорене дихання, запаморочення, біль у скронях, нудота, дзвін у вухах. Це програма «Лікарі». Нагадую, що сьогодні ми говоримо про лазні для вашого здоров'я. Я дякую, що ви з нами. І 490 11 34 – це наш телефон. І яке ваше запитання? Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас. Я хочу запитати у лікаря, чи можна з діагнозом дієтососудиста дистонія і гідроцефалія відвідувати руську баню? Дякуємо. Дякую за запитання. Ну, смотрите, есть вегетососудистая дистония разная. Если по гипертоническому типу, то, в принципе, баня снизит давление, тут нормально. Гипотоники, они тяжело переносят такие процедуры, их нужно к этому готовить. Но если есть гидроцефалия, конечно, если там лишняя жидкость в полости черепа, то баня, увеличив вязкость крови, в принципе, может усилить эту гидроцефалию, может фактически ну, проявить какие-то другие симптомы. Перепады температуры, они, и это нормально, это приводят к спазму и расслаблению сосудистой стенки. Да, но там отток идет по спинному мозгу, мы там не сможем повлиять. Я говорил сейчас не о гидроцефалии, я говорил о вегетососудистой дистонии. То есть здесь может быть как спазм, так и расслабление. Да. Здесь мы тренируем нашу нервную систему. Для вот самими этими процедурами мы можем вылечить? Ну, вылечить нет, потому что там проблема находится в другом органе. Вот, но сама по себе ВСД, то есть сосуды расширены. Баня дает расширение самого большого сосудистого звена. То есть треть крови может находиться под кожей. Холодная, есть, потом после бани, холодная, да, но ушат, холодная. Да, но он должен выдержать. Человек. То есть он зашел с низким давлением, и сосуды еще больше расширились. То есть он может попринимать контрастный душ, тонус, ну, может зайти прохладной водой, обработать кожу, немножко тонизироваться, а потом получить запас прочности и зайти в парную. У мене запитання до пана Олександра. От ми визначили, що сьогодні є різні види лазень. Є ті, де працюють майстри, так, свої справи, а є ті, ну, домашні, так звані, у когось у подвір'ї. Да. От наскільки важливо, щоб дійсно тебе обслуговувала людина, яка знається на своїй справі? Наскільки важливо дотримуватися певних норм, тієї ж температури оптимальної, тієї ж вологості повітря, про які ми, коли ми ходимо у домашню свою лазню, ми забуваємо просто так собі попарити себе, своїх друзів у якості розваги. Что толкнуло к созданию профессии, да, настоящей? Мастер банно-оздоровительных услуг. Человек, который может оказывать банно-оздоровительные услуги. Не просто банщик. Банщик – это человек, который занимается уборкой, подготовкой банного помещения. Все, на этом его вид деятельности ограничивается. Это не человек, который проводит процедуры. Да? Вот. Поэтому не низкий уровень, скажем так, работников банных клубов и привел к тому, чтобы создалась эта профессия. Она в себя включает очень много дисциплин, начиная от психологии человека, поведения его в этих местах, арома, фитотерапия, физиотерапия и тому подобное. Очень большой спектр скажем, теоретических знаний и тому подобное. Так как человек обучаемый, он получает определенные знания и по-другому начинает уже относиться к этой ситуации. Потому что 90% работников, для них было открытием лимфатической системы, я скажу так. Они не знали ее существования. Чому я вас поставила це запитання, бо пан Борис сказав, що з лазі повсякчас можна і не вийти. Тобто людина може не дотримуватись якихось правил, норм. Це така ж ошибка в роботі і ошибка асоціативного восприятия, что такое баня. У нас 95% бань русских, это не русские бани на самом деле. Александр Ильич, вы знаете, многие мои друзья, они к бане относятся настороженно. Почему? Потому что привыкли, что там... Мы не говорим о ваших банях, что если парят, так, знаете, через «не могу», что там побольше, да, побольше, чтобы пар был такой, и ты тогда мужик настоящий. Чтобы выйти у сенсяк. А после этого еще в прорубь, а потом опять тебя за две руки затягивают в эту баню. А справді все-таки еще и пиво выпить. Нужно ли получать удовольствие во время парения? Мы не говорим после, когда ты понимаешь, что уже хорошо, а вот во время парения должны быть какие-то усилия над собой, или это должно быть все на фоне такого комфорта? Да, по-хорошему человек может заснуть при процедуре парения в парном помещении. Вот и все. Это самый лучший показатель правильности проведенной процедуры. У всех, скажем так, всех волнует вопрос, а сколько должна быть температура в русской бане и влажность? Я вам объясняю одну обычную форму. У нас есть партнеры, РУСПАР, это российские партнеры, которые постоянно проводят исследования в этих направлениях. Значит, цифра 120 делится на температуру и влажность. Это в районе полкап. То есть, чем меньше температура, тем влажность. Цифра от 110 до 120. Соответственно, температура 50 на грани полка, это влажность порядка 60-65%. Чем выше температура, тем меньше влажность. Цифра 110-150. Но это уровень полка, на котором лежит человек. Это мы не говорим о температуре под потолком. Давайте послухаємо ще одне запитання і подивимося на наш наступний сюжет. Алло. Алло. Будь ласка, чекайте на зв'язку. Пожалуйста, если врач поставил диагноз люмба и шалгея, можно ли посещать сауну? Спасибо большое за вопрос. Ну, тут возможны варианты. Почему? Потому что в этой ситуации может быть и тепло, может быть как польза, так и вред. Почему? Потому что там уже есть воспалительный процесс, и с одной стороны мы, улучшив кровообращение, уменьшаем отек и лучше, а с другой стороны, улучшив кровообращение, можем увеличить отек и сделать хуже. То есть тут однозначного ответа в принципе не существует. Почему? Потому что тут нужно смотреть за стадией. Если это начальная стадия, если вчера человек простудился, он может зайти в баню, улучшив кровообращение, все здорово. Если это хроника, если этому процессу уже недели 2-3, можно наоборот навредить, потому что там уже застойный очаг, там уже застойное воспаление, нужны совершенно другие вещи, может быть какой-то массаж или что-то похуже. Давайте подумайте наш наступний сюжет, який ми так і назвали «З легкою парою». Всіх вас. Кожного року 31 грудня ми з друзями ходимо до лазні. Ця фраза зі знаменитого новорічного фільму знайома кожному, однак не кожен запозичив для себе таку традицію. І дарма, лазня – це не просто легка пара, а повноцінний ритуал. Починається він із трав'яного чаю з медом, аби відволікти вас від роботи та метушні. Далі артеріальний тиск-контроль, щоб підібрати індивідуальний режим процедур. Баня, это, начнем с того, что это, да, это стресс для организма, но стресс положительный, вот так скажем. То есть мы активизируем все наши системы, начиная от дыхательной, заканчивая лимфосистемой. Час і до парної кімнати. Перший етап короткий. Тіло слід адаптувати до температурного контрасту і добре розслабитися. Перша порція шкідливих речовин виведена. Під час короткого відпочинку відвідувачі можуть попарити ніжки у ванночках з морською сіллю. І знову до парильні. Вдруге на ваші ніжки тут чекають теплі віники в умілих руках. Цей етап прогріває кінцівки, розслаблює м'язи, позбавляє від болю в суглобах. А от індивідуальний і найдовший етап прогріває і очищує максимально глибоко і ретельно. Используем три вида веников – березовый, дубовый и дуб канадский. Третий заход – это у нас основное парение Значит, глубокая пропарка всего тела. Вот, с максимальной нагрузкой паровой, тепловой и механическим воздействием на организм человека. Матеріал віника має свою терапевтичну, ароматичну і прогріваючу дію, проте є в запасах лазні й інші інструменти. Якщо тут в стандартній програмі велике значення віддається банним віникам, то там вже використовуються нетрадиційні матеріали, скажімо, такі як гарячі глиняні горшки медові, віники, галяки, ложки деревянные, отвары всесторонние и тому подобное, что редко можно встретить в обычной нашей бане. Отже, розповідаємо, до новорічних свят російська баня справді пропонує насиченішу програму «Банні у стіфі». Тут їй дадуть гняні простирадла, замочені у трав'яних відварах, мішечки з духмяними зборами, ложки для антицелюлітного масажу, глечики з медом і навіть музична програма. Музыка тоже имеет расслабляющее действие. Поэтому мы в эту нашу новую программу включили еще звуковое воздействие, то есть игра на варгане. Это близкая тема, как бы, шаманы, расслабление, то есть человек уже настраивается на определенный лад. Далі за програмою контрастні процедури, а ті, кому вони протипоказані, можуть погрітись в аромакімнаті. При паренні виходять токсини, шлаки на поверхность кожи. Этой процедурой мы смываем все шлаки, токсины, которые вышли. То есть очищаем кожу для последующей процедуры, которая будет уже проводиться в парной комнате. 3 години задоволення, очищення, релаксації, прогрівання усіх систем організму та програми, розроблені Академією лазнового мистецтва. Не потрібно звикати до того, що терапія можлива лише в умовах лікарні. Зміцнювати, тренувати і загартовувати організм можна в значно приємніших умовах. Русская баня, то есть с нашими контрастами резкими, то есть максимальное нагревание, тут же идет охлаждение, то есть это лучшая гимнастика вообще для сосудов. Тож не вагайтесь, очистіть шкіру, дихальні шляхи, кров і думки від зайвого вам сподобається. Це програма «Лолікарі». Я дякую, що ви з нами. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про лазні для вашого здоров'я. І 490-11-34 – це наш телефон і ваше запитання. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вітаємо вас. Яке ваше запитання? Скажіть, пожалуйста, можно ли посещать баню, сауну после выполнения операции эндопротезирования сустава тазобедренного? В принципе, это не противопоказание, потому что, в принципе, там другие противопоказания. Со стороны сердца, сосудов, со стороны дыхательной системы, со стороны кожных проявлений. То есть это основные, которые противопоказаны. Острые состояния, острые заболевания, повышение температуры от любой причины. А это нет. А вот вы знаете, когда идешь в бассейн, всегда ищешь, кто бы тебе сделал справку в бассейн. И вот я сейчас слушаю, бассейн менее травматичен и менее имеет больше противопоказаний, чем баня. Там справочку потребна. Просите ли вы, и вообще какой-то проходит недосмотр, что-то, вот Борис Глебович говорил, измерение артериального давления. Насколько это важно? Если это важно, делается ли это у вас? В наших клубах это обязательное требование, измерение артериального давления перед принятием банных процедур. Потому что мастер, опять же, может составить определенную программу с теми или иными нюансами касательно температурных режимов, касательно отваров, напаров, применяемых при проведении процедуры. Дякуємо. Давайте подивимося, що відбувається на форумі нашої програми, який, нагадую, знаходиться на сайті телеканалу «Тоніс». От запитання від Даніїла. Каким должно бути саме перше посещення бані для людини, яка жодного разу не була у лазні? Не испугать, да? Ну, більш, як то кажуть, щадящим, знаєте, більш якимось лагіднішим, ну як це сказати? Чоловік к этому должен підготовитися. Почему? Потому что... Морально или физически? И морально, и физически. Почему? Потому что сама по себе банная процедура, нагрузочная процедура, к которой нужно подготовиться до этого, обеспечив себе правильное питание, дня 2-3 до этого нужно большинству людей тоже изменить питание, чтобы процедура прошла безопасно, и пару дней выхода тоже на этом же. А як? Давайте сразу рассказывай, як змінювати харчування. Смотрите, что получается. В бане идет потение, кровь ушла к коже. ушла к легким. Пищеварительная система пустая. Стоит человеку за час, два, три, даже 5-6 часов до бани съесть какое-то мясо, неважно, рыбу, птицу, бобовые какие-то. Они будут гнить в кишечнике, пока он будет там очищаться. Только кровь вернулась в пищеварительную систему, токсический удар получают печень и почки. Что нужно делать? Поэтому перед баней за час, полтора-два легкий овощной суп. То есть, чтобы он легко переварился. А на голодный желудок? Ни в коем случае. Потому что вопрос в чем? В крови находится всего стакан воды. В бане, взвесьте себя до и после, теряют килограмм-полтора обычно. Вопрос в чем? 200 мл вышло из крови, кровь стала густой. Дальше минеральной воды. Вот. Дальше либо человек должен терпеть жажду и сохнуть, когда вода идет из его организма, или он идет в интернет, набирает пот, огонный чай для бани, и попадает на проблему печени, почек и суставов. Потому что большинство патагонных чаев, которые я смотрел, они все строятся по одному простому принципу. Там лежит липа, там лежит зверобой, там лежат другие растения с патагонным эффектом. Чего ни в коем случае нельзя делать в бане. Для чего еще нужно нам этот эффект, если мы и так в бане? Совершенно верно. Ни в коем случае не патагонный чай. Это добить почки. Чай может быть, он улучшит работу пищеварительной системы, поможет тебе почиститься несколько дней до бани, чтобы меньше было грязи, нагрузки на систему, потому что, да, человек потеет, а качает эту грязь кто? Сердце. Понимаете, то есть тут мимо-то не пройдет кровь, и сердечная недостаточность доводит. Давайте потом послушаем телефонный звонок. Ще запитання від наших глядачів. Алло. Алло. Вітаємо, яке ваше запитання? Алло. Будь ласка, ваше запитання. Вы понимаете, у меня когда-то был на соревнованиях по саунному спорту. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Я когда-то участвовал в соревнованиях по саунному спорту. Это было на Нимках, на выставке вот там. И даже попал там в призеры. Ваш вопрос. Вот. И хотел бы узнать, какая дальше судьба саунного спорта в Украине. И можно ли как-то раз когда-нибудь попасть? Спасибо большое за вопрос. Александр Ильич, это к вам. Это, во-первых, речь идет о другом чуть спорте, который запрещен. Его запретили пару лет назад, после того, как несколько участников погибло при проведении этих соревнований. Это вот максимальная температура, которую выдерживает организм? Это даже я не знаю, и не хочу обсуждать, и не знаю, как это называется. В банном искусстве есть соревнования? Конечно, они проводятся? Есть соревнования, но это соревнования между мастерами банного искусства, а не соревнования на выдержку. И сколько человек там 2 часа просидит при температуре 100 градусов или 1,5 часа, это совсем другой тип соревнований. Я думаю, эти соревнования спортивного парения преследуют под собой две вещи. Это популяризация банного движения и поднятие на высокий уровень технического состояния банного мастера. Все. Але на Олимпиаду у Сочи вы не едете, я так разумею. Пока мест это... И не нужно. Пока мест мы не претендуем на олимпийские спорты. Одна из брошюр, которую я опубликовал, так и называется «Баня, сауна и летняя жара» – это однотипные процедуры. Проверяют биологический возраст. Помните, в Европе летняя жара была чуть за 30, и гибли десятки тысяч людей. Потому что они не знали, как правильно себя в этих условиях вести. Баня, в принципе, банщик для чего нужен? Он должен, да, обеспечить процесс парения, очищения, но он еще и контролер состояния человека. Если человек ведет себя не совсем адекватно, он не может себя оценить. И вот тут банщик может сказать: дружок, сегодня ты уже напарился, под завязку иди отдыхай, восстанавливай. Вы натолкнули меня на один очень интересный вопрос. Вот, Александр Викторович, хотелось бы получить от вас ответ. Правильно ли это, что русская баня и вообще баня это только... зимнее, весеннее, осенний, может быть, скажем, этап, когда ты ходишь в баню? Опять же, ошибка общая, что в баню летом ходить не надо. Баня летом отличается кардинально от зимней бани и несет под собой не меньше... В чем особенность? Расскажите. Во-первых, человек легче намного переносит температурный режим окружающей среды. После банных процедур он выходит на улицу и не чувствует воздействия 30-20 градусной жары. Во-вторых, человек активно потеет в летний сезон. И кожа у него загрязняется гораздо активнее, чем зимой. Поэтому после очищения кожи организм начинает дышать, а кожа – это вторые легкие нашого організму. Давайте ще запитання з нашого форуму. От таке практичне запитання від Ольги. Скажіть, що робити, якщо в бані закружилась голова? От, чи є це якимось симптомом, що щось відбувається не так? Первое, что нужно, изменить положение тела. То есть, если стоя сесть, если сидя лечь, но не в самой парной. Почему? Потому что это говорит о том, что гипоксия есть мозга, и человек уже перепарился. То есть он, мягко выражаясь, сам себе банщик, понятно, сам себе режиссер. Досыть, треба вже выйти на повітря. Вышли, полежали, ножки можно приподнять, подложить какой-то валик, чтобы кровообращение пошло в голову, чтобы было лучше. По дороге нужно выпить какую-то просто теплую воду. Лучше с медом, если есть мед, великолепно. Или любое непатагонное варенье, там, развели там яблочное варенье в водичке, подпитали сердце, лучше отлежалось и пошла. Наступного разу піти до лазні, де є нормальный фахівець, майстер, який буде тобою слідкувати. Прежде всего, большинство бесконтрольно этим занимаются. Увы, самолечение плохо заканчивается. Хотя бы задать вам вопрос. Вот мы в сюжете увидели, что в ваших банях есть два температурных воздействия с минусовой температурой. Это бассейн. И это кадушки. Как правильно, нужно ли делать выбор между воздействием после бани холодной водой, это должна быть кадушка, окатить себя холодной водой, либо же прыгнуть в бассейн. Или, как говорит Борис Глебович, он говорил, что не нужно прыгать, нужно медленно спуститься. Ваше мнение? Контрастные процедуры в бане гораздо шире, чем кадушка и бассейн. Мы видели это в сюжете. Да. Используются лёты, используются минеральные воды. Что касательно бассейна, кадушки, тут уже каждый выбирает относительно своего самочувствия, ограничений, восприятия холода. Есть люди, которые вообще совершенно не переносят холод, и у них аллергия на холод. Поэтому это более индивидуальный подход. Другое дело погружение и как эта процедура проводится, контрастная, после чего она проводится, это уже как бы более другие вопросы. У вас другая точка зрения? Конечно. У меня есть брошюра, которая называется «Синдром молодого менеджера». Поэтому выбор между ледяной купелью и кадушкой, если человек хочет поэкстремалить, то тогда, конечно, кадушка. По той простой причине, она обрабатывает меньшую площадь тела и менее резво сужаются сосуды и меньше нагрузка на сердце. Не нужно этого вообще? То есть лучше всего лед, когда банщик возьмет вашу кожу, по ней походит льдом. То есть есть контраст, есть тренировка. И в принципе для мозга важно, ведь ныряя в прорубь, ныряя в ледяную воду, человек не мозг тренирует, а сердце испытывает. Это разные вещи. То есть контрастные процедуры, для чего рассчитаны? Разное воздействие на кожу. Тренируем работу мозга, чтобы он в случае контрастных ситуаций в окружающей среде вовремя адекватно реагировал. Только мы резко спазмировали сосуды кожи, автоматически 1,5 литра крови, которые были под кожей, идут в центр. Сердце за одно сокращение 150 мл. И вы знаете, я как-то одному товарищу подсказал, говорю, ты знаешь, вот, вернее вы, говорю, неправильно это. Он обошел, опросил банщиков. И банщики говорят, что у них, в принципе, кладбище больше, чем у врача-дерматолога. Среди тех их клиентов, вот которые не слушают и, к сожалению, ныряют в прорубь и проверяют себя этим экстремальным способом. Я надеюсь, у вас нет кладбища? Нет. Ну, опять же, наше мнение с Борисом Глебовичем не расходится. Физиология человека в любом случае. Она есть. Насколько он готов к приятию процедур, опять же, подготовленный мастер, который знает эти все аспекты. Мастера банного искусства у нас проходят обязательное обучение оказания неотложной помощи в экстремальных ситуациях, которая проходит на протяжении 2 дней. У нас есть запитание от наших глядачей в Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. За какую пару вас и какое ваше запитание? Скажите, пожалуйста, при атеросклерозе можно посещать сауну? Дякую. Спасибо. При атеросклерозе сосудов, который есть у всех, который есть у многих и в разной степени, но если это начальные стадии, то там еще пройдет. Если это уже стадии более-менее запущены, есть клиника, то здесь, конечно же, любые тепловые процедуры, включая горячую ванну. Другими словами, постинфарктные пациенты, это не ваши клиенты. Это уже противопоказание. Почему? Потому что сосуд, дав однажды трещину, при нагрузке может дать ее еще раз. А где же вот это вот удовлетворение во время бани? И когда, я уверен, что люди, которые многие годы ходили до инфаркта миокарда, для них огромный стресс не пойти опять в баню. Это ведь культура, это некое сообщество, это, я не знаю, это смысл жизни для многих. Это все наши клиенты и после инфарктных состояний должно должна быть в совокупности с врачом, конечно, пройти определенное время. Это совсем другие режимы, тепловые посещения. Баня не зацикливается на 80 градусов. Баня может быть и 40 градусов тепла, а удар может наноситься на, не наноситься, а основные инструменты это фитоинструменты, аромаинструменты, где человек просто комфортно себя чувствует. Рефлексотерапия, да? Психологическое воздействие и тому подобное. Это не обязательно 80 градусов, и тебя до кровяных потоками избили веником. Еще одно запитание, алло, будь ласка. Алло. Добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, у меня 3 режима по звонку. Я могу уходить в баню? Спасибо большое за вопрос. Ну, если там нет радикулита, если грыжи есть, но они не ущемляют нерв, то есть там нет вот этой симптоматики, то в принципе баня не противопоказана в этом случае. То есть тут нормально, то есть грыжи есть у большинства, то есть они кто-то знает, кто-то не знает, но это не противопоказание для бани. Дивимося ще один сюжет за мить знову у цій студії 490 11 34. Що робити, якщо під час банних процедур людина втратила свідомість? Саме зараз інструктор з домедичної допомоги проводить майстер-клас для майстра з банно-оздоровчих процедур. Алло, Викари делится знаниями с вами. Итак, в случае, если мы видим человека, у которого потеря сознания, первое, что необходимо сделать, оценить его жизнедеятельность. Мы подходим и спрашиваем, с вами все в порядке, я могу вам помочь? Якщо людина не приходить до тями, подбайте, щоб хтось залишився поруч, аби допомогти вам. Ви ж в цей час... Запрокидываем голову и наклоняемся, проверяем дыхание. Близько 10 секунд намагаємось прослухати або відчути дихання. Дивимось на грудну клітину. Якщо дихання відсутнє... Мы просим, вызовите скорую помощь. Человек без сознания, не дышит, проводится реанимация. Увага! Техніка непрямого масажу серця. Визначаємо середину між впадиною на горлі і нижньою дугою ребер. Фіксуємо там основу кисті правої руки і закріплюємо лівою. Виконуємо до 30 хвилеподібних надавлювань. Далі штучна вентиляція легенів. Делаем запрокидывание головы, чтобы язык не мешал вдоху, зажимаем нос, плотно охватываем рот и делаем вдох. Стежте за рухами грудної клітини і після 2 вдихань продовжуйте масаж. Фахівець банної справи інструкції засвоїв. Мої практичні навички інструктор до медичної допомоги теж схвалив. Але лікарі сподіваються, ви теж їх засвоїли. З легкою парою це програма «Алло, лікарі». Я дякую, що ви з нами. Наш номер працює він на зміни 490 11 34. Ваше запитання, алло. Добрий день. Здравствуйте. Ваше запитання. Я хочу запитати, чи можна відвідувати баню при хронічному бронхіті з астматичним компонентом, початкова стадія емфіземи і при поліпах носу? Дякую. Спасибо большое. Ну, в принципе, вне обострения можно. Почему? Потому что баня, в принципе, очищает и организм, и органы дыхания, то есть тут все нормально. Вопрос в чем? Если это частые обострения или затянувшиеся обострения, тут, возможно, 50/50. Почему? Потому что те же ароматические вещества, если на них есть какая-то аллергическая реакция, то могут вызывать бронхоспазм. Нужно просто посмотреть, на что развивается этот астматический бронхит. Если на бытовые какие-то, бытовую химию, так уберите химию, живите без него, а в баню ходите для очищения. Чи відрізняються банні процедури для жінок, чоловіків, для вагітних жінок, отаке особисто для мене запитання, для дітей, можливо, якісь дитячі банні процедури? Существуют и программы для детей, существуют программы для женщин. Вот. Отличие минимальное. Женщины, как и мужчины, есть и переносящие более высокие рубежи там, тепловые, кто менее. Но, в принципе, баня это не только... парение и использование веника – это еще совокупность других процедур для очищения того же кожного покрова. Если мы говорим о скрабах и пилингах, то, как правило, для женщины это основа более мелкого помола, более приемлемая. И у женщин кругозор в этом направлении, он более широкий и требовательный. Если я читала, что в лазі навіть народжували, то чи можна там готуватися до пологів, наприклад, вагітним жінкам? Ну, якимось чином? Если нету ситуации со здоровьем в процессе обострения или каких-то хронических заболеваний, нет допуска к проведению банных процедур, в принципе, не существует. Борис Глібович, не могу вам задать вопрос. предраковые заболевания, доброкачественные новообразования, конкретно фибромиома матки. Зачастую доктор говорит о том, что не просто в баню нельзя ходить или в сауну, а и на море нежелательно ездить. И если, например, поставлен диагноз там, вирус папилломы человека, то же самое. Ваша точка зрения, можно ли с такими диагнозами ходить в баню, продолжать ходить в баню? Ну, я бы сказал так, если это папилломы вирус, там в принципе противопоказаний нет, то есть организм очищается, все нормально. Если же это фибромиома, тут вопрос в чем? Улучшение кровообращения, если в организме ничего не изменили. Придет к тому, что больше токсинов, больше грязи идет в область матки, и матка как накопитель работает, она фактически очищает кровь. И мы фактически можем ситуацию усугубить. Вопрос в чем? То есть сама по себе баня, она должна быть, ну, скажем так, вложена в систему под названием здоровый образ жизни. Потому что человек пошел попарился, да, он очистился, вышел на улицу, вдохнул грязный воздух. Зашел в супермаркет, вы знаете, я смотрел холодильники многих людей, мягко выражаясь, там натуральных продуктов очень мало. Вот. Вопрос в чем? Человек загрузил опять себя. То есть, если он понимает, что сегодняшняя жизнь, она достаточно такая опасная, она изобилует опасностями со всех сторон, и баня немножко почистила, а потом в чистый организм загрузил еще больше, тогда толку особого не будет. Человек просто будет, скажем, а тут важно все это делать правильно. Дуже швидко послухати ще одне запитання від наших глядачів. Отже, люди чекають. Алло, яке ваше запитання? Добрый день. Здравствуйте. Ваше запитание. Мне 61 год, я 40 лет тренируюсь бодибилдингом, продолжаю держать себя в форме и вести здоровый образ жизни. 2 года назад у меня случился тромбоз глубоких вен на ноге. Вот я принимаю коагулянты. Раньше ходил в сауну, а вот сейчас, как вы считаете, можно мне щадящую сауну принимать, чтобы чистить? Ну, звичайно, ми зрозуміли, дякуємо вам за запитання. Сауна более жесткая процедура все-таки по сравнению с баней. Баня, она мягче, она действительно лучше. И вопрос в чем? Под контролем можно. Почему? Потому под контролем чего? Под контролем опытного человека, который будет смотреть. Контроль, общий анализ крови или просто это должны быть общий осмотр? Ну, во-первых, общий осмотр раз. И второе, человек не может зайти туда, опять-таки, в состоянии усталости. Потому что такое тромбоз? В принципе, у него когда-то это уже произошло. Тромбоз легче происходит на густой крови. Человек поволновался или перегрузил себя физическими нагрузками. Вы рекомендуете или нет, Борис Глібович? В данном случае можно, но не переусердствовать. Ему нужны процедуры уменьшать, скажем так, в интенсивности. Очень важный вопрос, который хотел бы услышать от вас в эфире. Количество посещений бани раз в неделю, раз в месяц. Как вы рекомендуете своим клиентам? Просто за бажание, можно так хаотично, знаете, пішов, не пішов. Опять же, если мы говорим о полноценной банной процедуре, трехчасовой, которая вся включает порядка 8-9 процедур банных, это раз в неделю этого достаточно. Если мы говорим о заходе ежедневном на протяжении 50 минут разовом, ну, можно заходить каждый день, это как зайти в душ и помыться. Раз в неделю, вот тех банных процедур, о которых вы говорите, 3-часовых, достаточно? Достаточно, конечно. Достаточно. А если это раз в 2 недели, раз в месяц, например, эффективность, это будет такое, как баловство? Это, знаете, это можно сравнить, можно в душ сходить каждый день, а можно раз в неделю ходить в душ. Баловство или нет? І буквально, пане Борисе, до вас запитання, 2 слова буквально, бо ми маємо, на жаль, закінчувати. От для тих людей, хто прагне схуднути, ми з вами неодноразово говоримо про всі студії про дієту, про людей, які борються з надмірною масою тіла. От лазні, це як елемент схуднення, чи все ж таки ні? Баня – это один из элементов потери избыточной жидкости. И вода – это правильное в похудении должна, ну скажем так, обеспечивать другой процесс – удаление белковых токсинов. То есть мы должны правильное питание, правильное белковое питание дать, достаточное количество жидкости для выведения. А в бане мы теряем только воду, не жир. Ми зрозуміли, дякуємо. Вам міцного здоров'я, на жаль, маємо закінчувати і приходити, що було дуже цікаво, як на мене. Спасибо. Дякуємо. Спасибо. І нагадую, що гостями нашої сьогоднішньої програми були Груцький Олександр Вікторович, керівник Банно-здоровчого клубу, президент Федерації спортивного паріння України, куратор школи з виховання майстрів банно-здоровчих процедур, а також Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, гастроентеролог фитотерапевт, диетолог, реабилитолог. Смотрите нас каждый будний день в 10 утра и в 16:50 вечера. И мы дякуємо генеральному спонсору нашої програми. Це компанія «Стерол Биофарм». «Стерол Биофарм» – українські традиції європейської якості. Як завжди, я нагадую, що неймовірна кількість корисної, важливої інформації для вашого здоров'я на вас чекає, як завжди, у соцмережі Facebook, на сторінці програми «Алло, лікарі». Шукайте нас і там. Будьте здорові. І до побачення. З легким паром.